Челы, заходите на стримы. Тысяча в одном. Картридж. 100 в одном, точнее. Охренеть. Платинум Стар. Так. Так, интересно. Управление на геймпаде. О, отлично. Рекомендуется. Кнопка A, кнопка B, кнопка X. Зашибок. Привет, дружище, ты понимаешь меня? Давай для начала определимся с языком. Yes. Да. Отлично, я приветственная уточка. Перед игрой советую зайти в опции. Там ты сможешь поменять настройки и декоративные панели, изучить дополнительные материалы и секретные задания. Да, многое из этого сначала следует открыть. Нужно всего лишь играть. Для этого мы и здесь, верно? Окей. Для начала рекомендую сюжетный режим, где ты поиграешь во все игры. Если ты опытный кнопкодав, можешь отправиться в режим бесконечной игры или поиграть с друзьями. Помни, всегда важно прочитать подсказку или потренироваться в режиме хранилища игр. Туда попадают все микроигры, в которые ты однажды сыграл. Спасибо, что купил игру. Серьезно, спасибо. Мы очень старались не так уж просто делать игру, когда у тебя крылышки вместо рук. Что ж, мне пора. Хорошей игры, приятель. Надеюсь, у тебя есть геймпад. Кнопка Duck. Игра. Один игрок. История. Пролог. А, что это было? Это был я, утка, ужасный тотальный картриджный агрессор, к вашим услугам, геймеры. Как здорово, 5 игроков, 5 жизней, мое любимое число. Вы готовы? Гриша. Готовы к чему, чудило? Играть во все игры, конечно. Странно все это, сначала дым, теперь вот волшебный телепризрак в колпаке. А еще я запер вас магическим образом в этой комнате, поверьте. Проверьте, если хотите, ха-ха. Эй, что за дверь не открывается? Твои фокусы, клоун. И окно, он его заколдовал. Что за колдунство? Я вижу окно, я вижу солнце, но сам будто упираюсь в стену. И не думайте вытаскивать картридж, вам это не поможет. Последний, кто хотел провернуть нечто подобное, скажем так, потерял одно измерение и стал более квадратным. Ха-ха. Звучит так, как будто этот бедолага стал частью игры. Какой проницательный малыш. Так и было. Часть команды, часть корабля. Использовав картридж, вы загнали себя в ловушку, и выбраться отсюда можно только на моих условиях, утята. Ну так нечестно, откуда мы могли знать? Я древний дух. К сожалению, для вас злой дух. Такова моя природа. Пришла пора забрать ваши души, но было бы честно дать вам шанс спастись. Тем более, что этого требует профсоюз злых духов, давать смертным призрачную надежду. Похоже, у них отлично налажена система изъятия душ, не придерешься. Я хочу сыграть с вами в одну игру. На этом картридже 100 игр. Каждый из вас должен пройти по 20. Что будет, если у нас это получится? Еще никому не удавалось выполнить мои условия. Так что какая разница? Хватит разговоров. Ты хочешь играть? Так поиграем. Добро пожаловать в игру. Окей. Александра. Оригинальный, легкая, средняя, высокая. Давайте оригинальную попробуем чисто. Не будем терять времени, среди нас дама. Поэтому Александра будет первой. Берите ваш геймпад, мадемуазель. Первые 20 игр ваши. Хорошо, подайте мне этот, как его, геймпад. Сейчас как выиграю? Помни, ты должна пройти 20 игр. Последняя игра — босс. У тебя 5 жизней. С 10 игры я увеличу сложность, а с 15 будет еще сложнее. Я наверняка покраснею от досады и злости. Никогда не мог себя сдерживать. Что ж, да начнутся игры. Окей. Лови все, одна из 20. Товарищ, поймай все балки и спаси всех рабочих, которые не соблюдают технику безопасности. Управляй самосвалом влево и право. Сложность 6 балок, 9 балок, 12 балок. Окей.
сюда, ловим. Пока изяв. Походу оригинальное это очень изявое. Хотя, кто знает. Изи. Настреляй селезней. После свистка готовьтесь подстрелить необходимое число селезней. Направляй прицел и стреляй на кнопку A. Так, окей. Убит. А, и все? Всего лишь одного надо было убить? Серьезно? Походу, надо высокую ставить, чуваки. Высокая. А, другие игры теперь, нихера. Вперед, скоробей, не робей. Дома ждет дама сердца. Необходимо доставить этот аппетитный шар к романтическому ужину. Но будут мешать конкуренты-налетчики. Быстро нажимай влево-вправо, чтобы катить шар. Нажатием кнопки A отбивайся от неприятелей. Пошел к черту и матери, и ты. Он съел мою попу. Я умер. А как? Он съедает мою попку? Времени-то нихера нет. Пипец. Это жестко что-то, блядь. Эй! Фух, мы справились. У нас жизни-то хоть остались вообще какие-нибудь? Собирай звезды. Полетай около МКС и соберите яркие звездочки счастья. Если положить такую под подушку, то сны будут исключительно приятными. Управление простое. Держи кнопку А, чтобы лететь в направлении, куда повернут космонавт. Окей. Восемь секунд, блядь. Пиздец, я не успел, да? Окей. Фух, найс. Говорил же, что у нас 5 жизней вроде бы, да? Черепаха, ты можешь обогнать этого наглого зайца. Используй специальную дыхательную технику и станешь быстрее всех. Жми влево, кнопка Б, вправо, кнопка А. Ё-моё, в таком порядке и как можно чаще. Я буду бежать снизу с табличкой, чтобы ты точно не забыла. Влево Б, вправо А. Ага. Я умер. Со сложностями, короче, непонятно нифига. На какой играем-то сложности по итогу? На оригинальной или на высокой? Ну ладно, давайте, ладно, поставим оригинальную все-таки, окей. Так, передвигай свой танк, жми кнопку А для выстрела. Задача уничтожить всех противников. Крупные танки требуют 2 выстрела. Кирпичные стены можно разрушать. В атаку. Я умер. Фух, успел на последней секунде, жестяк. Найс. Перед поиском затерянного храма Золотой Утки нужно хорошенько подготовиться и самое важное выбрать подходящий пробковый шлем. Запомни, какой шлем нужен и после найди его на полке. Выбирай и подтверждай выбор на кнопку А.
Так, запомни, какой шлем нужен, и после найди его на полке. Хорошо. Какой шлем, понял? Я забыл. Я не знал, что все здесь будут одинаковые. Так, окей, смотрим еще разок. Две дырочки, полоска. Вот этот. Задача уничтожения трех целей противника, неважно каких. У нас осталось лишь три бомбы, и если мы не используем их продуктивно, других могут и не выдать. Порази три цели, останавливая в нужный момент линии наведения кнопкой А. Сначала горизонтальную, потом вертикальную. Нихуя не понял. Только две цели. Окей. Его не обязательно вообще убивать. Его можно, типа, но это как секрет, наверное, maybe. Как бонус такой. Нажимай кнопку А, чтобы подлететь вверх, либо не жми ничего, чтобы опуститься вниз. Окей. Флэппи Бёрд, что ли? Легчайший утеночек. Кря-кря, покажи этим подонкам, что такое настоящее кряк-фу. Бей крупных воронов ударами руки кнопкой А. Мелких гоптиц раскидывай подсечками, удерживая вниз и нажимая А. Поворачивайся влево-вправо. Подонки. Подонки! Гоптиц. Вот так вот Рейвеном по зубам настучали. Так, тут написано, это не вирус. Посмотрим. О нет, боже мой, нет. Мой чудесный рабочий стол запланили рекламные баннеры и ошибки. К счастью, я продвинутый юзер и знаю, как все исправить. Управляю мышкой, жму кнопку А для клика. На ошибках кликнуть кнопку, на баннерах крестик в углу. Нужно поторапливаться, пока вирус не захватил всю систему. Cry about it. А, нужно миллиард раз, я понял. Все? Вот так вот удаляются вирусы. Интернет-серфер. Пора показать этому выскочке, как играют в баскетбол в нашем квартале. Достаточно попасть в корзинку несколько раз, пока противник стоит на защите. Просто нажимай кнопку А, когда посчитаешь момент удачным для броска. Мазерфакер. Ха-ха! Отдыхай. Там Человек-паук. Whoa! Awesome!
OMG! Агент жидкой ящерицы, твоя миссия незаметно пробраться в командный пункт базы террористов. Используй нашу передовую разработку маскировочный ящик. Как только шпионское чутье почувствует угрозу, нажми и держи кнопку А. Да кого? Обманывают? Фух, 3 секунды. Жестяк. Жидкая ящерица. Вуф, запомни, сколько раз нужно ударить дружка по голове. И сделай это. Быстро нажимай кнопку А, чтобы бить. Будь внимательным и быстрым, альфа-пес. Боньк. Чё? Погоди, я умер? Блядь, нельзя останавливаться, сука, ёбаный рот. Тяжёлая. Да это жесть, это нереал! Это нереал! Это, сука, нереал! Как? Как это сделать? 8, 9, 10, 1, 12, раньше... Да, блядь, это невозможно! Как считать-то так, сука? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, раньше... Да, сучка! Бесит меня это почему-то. 7, 8, 9, 10, 1, 12, раньше... Да жопень! Блядь, ну сучка! Что? Это невозможно считать, блядь, это нереально. Короче, не надо спешить. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фух. Издавна кланы синих и красных ниндзя соперничают друг с другом. Теневую тропу не поделили Хью и Усё. И победит тот, кто быстрее. Беги максимально быстро, нажимая кнопку по очереди. А, Б. Найс, изявая. Наваляй этому типу и получишь доступ в пивной погреб. Используй вниз и вверх для блока. Кнопка A для верхнего удара и кнопку B для нижнего удара. Ё-моё. Чего? Так, это жестяк. Вниз. Окей. Ты успел наполнить тележку туалетной бумагой, но магазин скоро закроется. У тебя есть 25 секунд, чтобы добраться по лабиринту стеллажей до открытой кассы. Используй кнопки направления для передвижения. И обходи всех уборщиц. С места их все равно не сдвинешь. О май гадики. Maybe. А вот там человек есть, да? Слева, значит. С помощью мутагенного спрея создам грозное мышиное войско. Есть 4 цветных отдела, по которым нужно распределить покрашенных мышей. Передвигай руку и зажимай кнопку А, чтобы взять мышь, чтобы отпустить кнопку А. Так, мышь. Пипец, а как успеть?
Блять, сучарки красные, ловитесь. Red goes faster. Хех. Фига себе там качок. Дедуля проиграет, коли украсть ферзя. Как только Сальвадор за окном кликнет, зычно сделаю свой ход я. Схвачу на кнопку А, когда дедуля отвлечется. Я нихуя не понял, дедуля мне, по-моему, палец отбил. А, это на реакцию. Жесть. Понял. Хи-хи-хи. Свистать всех наверх, этот день настал, сегодня мы станем богачами, якорь мне взад. Слушай мою команду, маневрируем влево и вправо, чтобы уклониться от вражеских снарядов. Стреляем из пушки на кнопку A, когда она заряжена. Наша цель награбить побольше сундуков, набитых золотом. По местам, сложность. Так. Fire! Обалдеть. Ой-ой-ой, денежки сюда. Блин, чуть-чуть не успели. Блин, нам нужны 3 сокровища, у нас так мало времени. Походу, ГГшка. Блин, одного сокровища не хватило. Это босс уровень считается, что ли? Найс. Фига там мышь. Интересно, это был босс или это был обычный уровень? Походу, это босс был. Жесткий. Я победила, победила, ей! Глупо, это я позволил тебя победить. Призрачная надежда, помните? Окей, открылся Сережа. Квадратная башка, дай пирожка, мы с тобой справимся. Зип-локус, вжух. Вот так вот, всегда причинить, вреда причинить я вам не могу, но вот такие безобидные заклятия могу применить. Профсоюз злых духов позволяет. И раз уж ты такой шумный, будешь играть следующим. Удачи желать не буду. Девочки, поддержим нашу команду. Все как мы учили. Сразу после свистка нажимаем кнопку А.
Ни раньше, ни позже. Да, тут мини-игры на... Тут круто сделано. Походу, будут все новые мини-игры всегда. У каждого утеночка. Вот тебе ключ от подвала. Возьми себе несколько бочек. Используй кнопки направления, чтобы словить все бочки. Хоть одна упадет, поколотим всей таверной. Угу. О! Ловим яички в скобочках бочки. Все, хватит. Куда же столько пива-то? До Нового года хватит. Нападение живых бомб на склад взрывчатки. Управляй героем и прыгай на кнопку А. Есть лишь один способ одолеть врага. Ударь его снизу, а потом быстро подойди и столкни вниз, пока не оклемался. За дело. Как ударить снизу? Тун-турун-турун-турун. Пришло время исполнить зловещий план. Взорвать Луну. Эй, огурцы молодцы, быстро в ракету. Просто наводите ракету кнопками направления, не сталкиваясь ни с чем на пути. Достигните Луны, я взорву эту малышку. Управляй ракетой, взорви Луну. Да это жестяк какой-то, полный. Так, надо налево, наверное, лететь сразу. Еще вот так обман произведем. Да собачий! Уничтожено. Ах, столько милых котиков, так и хочется нажать им носик на кнопку А. Но осторожно, некоторые из пушистиков против таких действий и без боя не сдадутся. Нажми на носик необходимому числу котиков. Окей. Это зловещий был. Обалдеть. Лучшая комбинация — 3 одинаковых утки в ряд. О нет, дергай рычаг вовремя на кнопку А, чтобы остановить каждый из 3 барабанов и собрать выигрышную комбинацию. Эй, в смысле? Заскамили! Найс! В этом городе нет места для нас двоих. Когда раздастся крик, молниеносно доставай револьвер на кнопку А. Не раньше. Хороший, плохой или злой? Умер. Болик и Люлик, несите бревно, живо. Необходимо выбить ворота этой крепости. Двигайтесь влево и вправо, отбивая бревном валун. И старайтесь попасть по воротам. Слабоумие и отвага, ура!
Арканоид. Очень хорошо. Блин, это же из мема, кстати. Картинка. Где вот эти соевые чувачки стоят. Кажется, мы пошли не по той тропе. И, боже, тигр, бегом обратно к джипу. А чтобы не тормозить, руби все лианы и ветки на пути. Жми кнопку А, чтобы рубить лианы. Жми кнопку А и кнопку Б вместе как можно быстрее, чтобы рубить ветки. Чего? Я ж нажал. Съедено. Фух. Этот парень возомнил себя лучшим вратарем в мире. Покажи ему, кто тут лучший футболист. Надо всего-то нажать кнопку А, чтобы пнуть мяч. Главное, сделать это вовремя, чтобы попасть в ворота. Ну ты даешь, чел. Ну и ну, Зио, владеющий смертельным мячиком, Venom School, готовится совершить свою подачу. Доставай биту, Platinum Bat и наберись волевой решимости перед ударом. Для этого как можно быстрее жми попеременно вверх-вниз. Когда аура силы зарядится, мяч будет на расстоянии удара. Дави кнопку А. Блять! Сука. Да жозень! Домашний! Ядрить, надо еще жозенько, я понял. Клава-мышь побеждает. Отлично, мой космический воздушный шар готов. Пора вылететь на орбиту и сделать селфи на фоне Луны. Главное, избегать столкновения с утиными стаями и ракетами, чтобы ускорять или замедлять скорость подъема. Достаточно удерживать вверх или вниз, регулируя давление в шаре. Вы творякулы? Нет! У нас умер один человек. Бля, и все, игра скипнулась. Нет! Пора нанести последний удар по муравьиной армии. Жук-бомбардир готов ко взлету. Вторая жучиная война завершится нашей победой. Маневрируй, стреляя фермопулями по летающим врагам на кнопку А и скидывай бомбы кнопкой Б. Стреляй по... Так. Маневрируй, стреляй. Скидывай бомбы. Окей. Жуж меня съел какой-то летающий, сучка. Почти. Да ни хрена он на предикт бахнул. Охренеть. Нормально. Тихо, не жадничать. Ей.
Видел муравьев с крыльями? Видел, конечно. Как кто не видел? Дождись, пока подруги начнут сплетничать, съешь их еду и не попадись. Ешь, нажимая кнопку А как можно быстрее, но будь осторожен, тебя могут заметить и выгнать из ресторана. Отпускай кнопку А, если дамы подозрительно молчат. Ага. Нет, за что кису? Да ты офигела, что ли? У меня времени нет. Хватит. Нет, сучечки. Чуть-чуть не доели. На жадничах. Все. А котик сыт, доволен, все. Ну и лицо. Капитан, флот противника зажал вас в поясе астероидов. Есть только один шанс спастись. Набрать необходимое число очков, чтобы активировать гипердвигатель и вырваться. Маневрируйте, стреляя на кнопку А. Прям. Все, набрали норм. Тури. Только так стрелять можно. У тебя тоже столкнулись со многими испытаниями, и на очереди их ждет задачка на память и внимательность. Выбери парные карты, понял? Ошибаться можно лишь 3 раза. Как цветочки. Блин. Найс. Не обязательно было все, оказывается, хух. Отличный денек для рыбалки. Жми кнопку А, когда поплавок будет на месте клёва. Рыбацкое чутье подскажет, когда рыба будет на крючке. Жми кнопку А еще раз. Угу. Будь внимателен и не торопись. Места клёва появляются и исчезают, а червячков осталось всего 3. Говнар. Ай, все, сразу дес. ГГХ, ГГшка, да что ж такое-то, блин, это тяжелое. Бля, посраться! Порази зрителей, промчись на быстром коне, прыгай через огненные кольца на кнопку А. Нельзя пропустить ни одного, публика этого не оценит. Алле, оп. Тихо. Едрить, какие-то тяжелые прям мини-игры пошли. Ребят, я бы хоть через одно кольцо-то пролез бы.
А сколько здесь колец всего? Хотя бы через одно пролезть бы, ёлки-палки. Пошло дело. Суч! Ладно, я понял, надо... это как ритм-игра, по сути. Тут, по сути, больше от ритма зависит. Нормас. Товарищи, нужно принести стекло через дорогу. Я буду держать кнопку А, чтобы остановить вас в опасной ситуации. И ни шага назад, стройка ждет. Ура-ура. Где это босс уровень? Скорее! Фух. Нет, вот босс уровень. Засидевшись допоздна в интернете, ты решил отойти по важному делу, но квартира неожиданно стала жутким лабиринтом. Собери 5 ключей, найди дверь и выберись отсюда. Чутье подсказывает, что здесь есть секретные стены и жуткие существа, которых нельзя касаться. Торопись, времени мало. Пять ключей. 3D-игра? Что? Жуткие стены? Oh my god! Ключ найден. 5 ключей надо найти. Да ну нафиг. Блин, вот она дверь, кстати, да? Пять мини-игр будет же стикл таких. Жестикулярных мини-игрушечек. Какие-то стены. Опа-на. Блин, еще 2 ключа. Он мясо хочет, мясо. Чё за дверь? Это начало карты? Это здесь. Последний ключик остался, ребятки. У нас 2.5 минуты. Да разработка игры фанаты, блин. Джоджи, походу, полноценные. На Джоджи здесь миллиард отсылок. Я так писать хожу, да. Каждый раз, когда я отправляюсь писать, я должен пройти вот такую мини-игру, только в реальной жизни. Пипец, последний ключ не ищется. Гайс, что делать будем?
Я вообще не... Вот он. Уходим быстрее. Пожалуйста, только не дух. Блять, где выход-то, сучки? Ух, найс, с первой попытки. Yes, 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 yes. Тапочки Пепе, вот это крутые, я бы такие хотел. Ах ты маленький! Он сделал это, придется выполнить условия. К сожалению, ротус от кротус. Есть еще один, еще хотя бы один крик, гаденыш, и я придумаю что-нибудь похуже, слово злого духа. Конечно, да, больше не буду. Вот так-то, я тут главный, поэтому следующий будет... Гриша. Так, давайте Гришу пройдем, и потом в мультиплеерный, наверное, пойдем. Будешь ты темнопёрый утенок в кепке и в штанах, а почему остальные без одежды? Это мой стиль, чудила, сейчас я разделаюсь с твоими играми. Хрена... Животные у нас пугливые. Выглянут, ты запоминай, кто где, и после этого распредели еду со всех подносов правильно. Выбирай и подтверждай на кнопку А. Кто что ест, сам знаешь. Хоть одну зверушку оставишь недовольную, уволю за работу. Чего, блядь? А я не знаю, кто что ест. Погодите. Рыба. Мясо. Трава. А что там было? Кокос? Охренеть. Ты уволен. Жми кнопку А, чтобы держаться в воздухе. Управляй уткой в пузыре. Толкай инопланетных мух на шипы. Будь осторожен, управлять пузырем непросто. Не проткни его. Чего? Я ничего не понял. Да, малютки, это жестяк. А слева и справа, и сверху, и снизу тоже шипы, оказывается. О май гад. Они так резко останавливаются прямо. У них читы. Найс. Фух. Полчища огромных жуков терроризируют человечество по всему земному шару. Используй беспилотник с тремя снарядами на борту, чтобы сражаться с жуками. Прицелься и на кнопку А скидывай бомбу в скопление жуков. Необходимо поразить как можно больше. Используй дефицитные снаряды эффективно. Угу. Изява. Кажется, с твоей комнаты что-то не так. Некоторые вещи изменились и появились новые кошки. Очень странные дела. Разберись с этим. Отыщи отличия между картинками. Двигай курсором по верхней картинке и нажимай кнопку А в местах отличий. Если промахнешься, выключи цвет на 3 секунды. Вот. 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 Окей, вот. 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 Кисики.
Быстрей! О, Господи Иисусе. Я прошел? Птичьи бега среди юниоров. Тренер Петух должен внимательно следить, сколько бегунов из трех команд пробежало. Выбрать верное число бегунов из одной из команд и подтвердить, нажав кнопку А. Ясность ума для тренера не менее важна, чем физподготовка. Хоть бы синие. Блять. Ладно, их было 5. Меня попустили. Ладно. 7, 8, 9, 2 синих, 10. 2 синих, 2 зеленых. Стань чемпионом ежегодного весеннего противоборства эльфов и гномов. Выращивайся от свиней, которые метают в тебя гномы. Держи кнопку влево, вправо и не жми ничего. Остальное сделает знаменитая эльфийская ловкость. Свиньи-колобки. Испытай свою меткость, порази все мишени. Ходи для бега. Ходи. Для бега нажимай два раза вперед и удерживай направление. Прыгай на кнопку А. Метай камни вперед на кнопку Б. И по дуге кнопка вверх. Чего, блин, еще так много? Ищи специальные зацепы, чтобы взбираться по стенам наверх. А монеты просто забыли убрать. Собирать их не обязательно. Окей. Да жесть, хватит меня трахать. Погоди, а камней-то больше нет? Ага, я понял, окей. Пум-пум-пурум-пум. Секретные агенты атакуют нашу базу снова, но они еще не знают, что их ждет защитная ракетная комната. Как только агент высунет голову из люка, я навожу прицел на него и нажимаю кнопку А для пуска ракеты. Агенты закончат штурм, когда закончится время на таймере. Не попади в огурца молодца. Убей крота, убей агента. Изейшая. Изявая. У тебя 3 попытки, чтобы собрать необходимое число очков, но не попади в череп. Это приведет к проигрышу. Жми кнопку А, чтобы кинуть топор. Жестяк. Изява. Ой-ой-ой. Есть только ты и дорога, другие машины не помеха. Лавируй между машинами. При необходимости держи кнопку, чтобы ускориться.
Изучи поведение водителей и быстро реагируй. Я умер. Охренеть. Чё за придурочный водитель на дорогах вообще? Кто, блядь, им права выдал? Это жесть! Так, мне нужно, видимо, проезжать здесь, да, успевать. Это кошмар какой-то, когда появляется этот велосипедист нахрен. Оп. Найс. Смысл жизни этого червячка – постоянное движение и поедание яблок. Жми кнопки направления для поворота в нужную сторону. И не врезайся в стены и в себя. Понятно, змейка? Wait, what? Ты тупень? Скажи честно. Ну и дурачина. На пути к храму Золотой Утки необходимо пересечь реку. Как насчет лиан? Ты ничем не хуже Тарзана. Рассчитай момент и нажми кнопку А для прыжка. Это не так уж сложно, но должен предупредить. Река кишит крокодилами. Так, я что-то не понял, я должен удерживать или нет? Да камон, мэнщик, ну что ты вытворяешь-то такое? Да камон, ну хватит, блядь, троллить, что это такое, блядь, тут заранее надо прыгать. О, боже мой. Пожалуйста. Это пиздец. Он не допрыгивает оттуда. Че за нах? Умер, похуй. Сучка. Вблизи орбиты пролетает скопление комет, среди которых нас интересует сверхбыстрая красная комета Ололоева. Нужно сделать ее фото при помощи телескопа Баббл, но важна скорость реакции. Жмите кнопку А, как только красная комета будет в квадрате по центру. Не облажайтесь, коллега, от этого зависит мнение общественности об ученых в интернете. Жмите кнопку А, как только красная комета будет в квадрате по центру, окей. Красная. Ладно, я понял вас, мистер тролль. Заснял? Я заснял. Я заснял! Раз-два, товарищи, весело и быстро забиваем мы гвоздищи. Ты центровой, следи за товарищами перед тобой и бей по порядку. На кнопку A. Ты не один. Бей в ритм с товарищами. Ха! Дело сделано. Фредди приснился кошмар, но еще есть шанс на приятный сон. Управляй телом Фредди влево и вправо. Во время падения ничего не касайся, иначе... Мишка Фред.
Блин, тоже лицо какое-то знакомое. Не помню откуда. Жестяк какой-то! Рассочимся! А! Нереал. Шестнадцатая мини-игра. Тревога. Код красный. Давление в системе растет. Требуется аварийный сброс. Лупи как можно быстрее по кнопке А для снижения давления. Как только полоска достигнет зеленой зоны, молниеносно жми Б для сброса. Специальная зубная турель защищает от кусочков пищи, которые могут нанести вред вашим зубам. Поднимай или опускай ствол пушки и жми кнопку А для выстрела. Установи турель зубозащитник Pro, зубощитник Pro и защити свои зубы. Окей. Пипец. ГГшка. Зубы сгнили к хуям. Блин, мясо опасные такие. Фух, найс. Эй, слушай, я твоя фея-советчица, и вот мой совет. Не уходи из области моего волшебного света, он делает тебя невидимым. Я постараюсь лететь рядом, пока ты обходишь препятствия и спящих орков. До самого выхода, а там вызовем подмогу и наваляем оркам, иначе наваляют нам. What? Блин, нет, мужичок, ты давай полегче-то. Куда ты так торопишься? Крыса. Блять, что с тобой не так, сукин ты сыночек? Куда ты идешь, блять, на выход иди, ёбаный стыд. Жесть. Помоги фермеру Джованни очистить грядки от порченных томатов. Выбирай и выбрасывай гнилые томаты. Кнопка Б положить плод обратно на землю. Выбрасывай только гнилые. Если выбросишь хотя бы один прекрасный, Джованни сильно расстроится. Чётенько. Все, босс, рядовой Рика, ты последняя надежда на победу в войне против паукоидов. Перемещайся по полю боя, стреляй на кнопку А по ходу движения, на кнопку Б стрелять назад во время движения. Это важный прием. Мы телепортируем припасы, но только 6 единиц брони и оружия. Ищи их в пределах сектора, используй с умом. Рядовой Рика. Звездный десант получает. Охренеть. Жесть. Так, ну тут бонусы есть какие-то. Надо бонусы собирать.
S. Это имба. Мне этого хватит на всю жизнь. Нет, оно кончилось. Походу раны мы просрали эсы. О, Л. Лазер. Сучки. Броня нужна. Дай! Блин, окружаю. Ядрить там малюток. Броня. Найс. Пипец, малюты. Жестяк, я умер. А! Дай! Дай! Пипец. Босс. Дай. Блин, может есть какая-то вкусняха? Дай! Дай! Домой, блядь, черти поганые! Впитывай, сучарка, впитывай! Тяжко, на тоненького было даже немного, но Рика справилась. Рика справилась. Как это возможно? Больше половины игр позади, что? Да, так его. Смирись с этим, мониторо-головой. Жесть, Денис, и еще дохера, еще, блин, половину. Говорит, больше половины, так тут вон еще сколько, офигеть. Так, ну все.
пока хватит. Пойдем поиграем в мультиплеер, наверное, во что-нибудь.